титулярным и прочей мелюзге.
опасно что-то. Все, что чином повыше, должны наблюдать, как говорится, этого. Вот, позабыл слово, и хорошее слово, да позабыл. Да, батюшка, уж как ты там себе не переворачивай, а надворный советник тоже полковник. Только разве что мундир без эполет. Эй, Степан! Аваксу купил? Купил. Где купил? В той лавочке, что на Вознесенском. В той самой. Что ж, хорошо, ты пробовал чистить? Пробовал. Блестит? Блестит, она блестит. Послушай, ну, а когда он отпускал тебе Вацу? Не спрашивал, зачем, мол, барину нужна такая Вакса? Не говорил, уж не вздумал ли барин жениться? Ничего не говорил. Хлопотливая, черт возьми, вещь, женитьба. То да сё, да это, чтобы то да это было исправно, нет! Черт побери, это не так легко, как кажется. Эй, Степан! Братец, тебя пора спросить. Старуха пришла. А, пришла. Ну, зови ее, зависела. Да, эта вещь, не того трудная Ивановна. Ну как, что, возьми стул, садись, да и рассказывай. Ну так как же, как бишь ее, Миланья? Агафья Тихоновна. Да-да, Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь сорокалетняя дева. Муж мой, нет, так нет. То есть, как женитесь, так каждый день станете похваливать, да благодарить. Да ты все врешь, Фёкла Ивановна. Устарела я, отец мой, что врать. Газ врет. А приданное-то приданное, расскажи-ка вновь. Приданное! Каменный дом московской части отбухил ножом. Уж такой прибыли, что истинно удовольствие. Один лобазник платит 700 за лавочку. Пивной погреб тоже
другой на каменном фундаменте. Каждый рублен по 400 доходу приносит. Огород еще есть, большой огород. Третий подходок купит под капусту зерни. Такой купит трезвый и трех сыновей. Двух поженил, а третий говорит, еще молод, пусть посидит в лавке, чтоб торговлю легче отправлять. Я говорю, что так, пусть посидит в лавке, чтоб торговля шла полегче. Собой-то какова? Собой. Покрепена. Белая, румяная, как красного. Сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете во по каких пор довольны, то есть и другу, и недругу скажете. Ай да, Фёкла Ивановна, спасибо! Да ведь она, однако, ничто офицерка. Купца третьей гильдии дочь, да уж такая, что и генерал не видно. Но купцы и слышать не хочет. А к воскресному-то, как наденет шелковое платье, так вот-те Христос, так и шумит, княгиня просто. Да я-то потому тебя спрашивал, что я на дворней совет, так мне понимаешь. Как не понять, был у нас сын отборный советник, да отказали, не понравился. Такой уж у него нрав-то странный был, что не скажет слова, то и соврет. Он-то ли сам не рад, может не собрать. Такая уж на то воля Божья. Ну, а кроме этой, других там нет никаких. Да каких же тебе еще? Уж это что не есть лучшее? Ну, будто уж самое лучшее. Хоть по всему свету исходи, покой не найдешь. Что ты чепуху несешь?
седой волос? Где? Где седой волос? Как не быть, на той человек живет. Добрёс! Я посмотрю в зеркало, где ты там выдумала седой волос. Эй, Степан! Подай зеркало. Или нет, я сам пойду. Вот еще, боже сохрани, это хуже, чем оспа. Дома! Дома! А, Федосин, ты здесь зачем? Ах ты! Послушай, ну на кой черт ты меня женила? А что ж ты, Рома, закон исполнил? Закон исполнил? Эка, невинная жена! Без нее-то разве я не мог обойтись? Да ведь сам же пристал, женее, тетушка, да и полна. Ах, ты крыса старая! Ну, а здесь зачем? Неужто под колесин хочет? А что ж? Бог благодать послал! Нет! Этот мерзавец! Ведь мне ни полслова об этом! Каков? Прошу покорно! А? Из-под тишка! А? Валяй!
шестилавочный, что ли, живет? Вот уж нет, будет поближе к пескам. В мыльном переулке. Да-да, в мыльном переулке. Вот сейчас за лавочкой деревянный дом. И не за лавочкой, а за пивным погребом. Как же не за лавочкой? Вот тут уж я и не знаю. А вот видишь, как поворочишь проулок, так будет тебе прямо будка. И как будку лезешь, совороти налево, и вот тебе прямо в глаза. То есть так вот тебе прямо в глаза, и будет деревянный дом, где живешь ли я. Только бывают ручки, просто брать.
к молоку. Куда тебе? Разве у них только ручки? У них брат. Ну да, у них просто черт знай чего нет. А ведь сказать тебе правду, я люблю, что ли, после меня. Что? Сам раскусил? Теперь только распорядиться. Помилуй, помилуй, из чего ты так горячишься, будто уж... Как с чего? Да ведь ты согласен. Я... Ну нет, я еще не совсем согласен. Вот тебя! Я говорю только, что не худо. Так в чем же дело? Да дело-то ни в чем, а только странно. Что странно? Как же не странно. Все был не женатый, а теперь вдруг женатый. Ну не стыдно ли тебе? Нет, брат, с тобой надо серьезно толковать. Ну посмотри на себя, ну что ты такое? Бревно! Ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало. Ну что ты там видишь? Глупое лицо. А тут вообрази, около тебя ребятишки, да не двое, трое, а целых шестеро, и все на тебя, как две капли воды, и теперь один надворный советник, экспедитор, начальник какой-то. А тогда около тебя экспедиторчонки, этакие канальчинки и какой-нибудь остренок, протянувший ручонки. Станет теребить тебя за бакенбарды, а ты ему по собачьи. Го! 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 Ну, если что-нибудь лучше этого, скажи. А ведь они шалуны большие, станут все портить, разбросают бумаги. Ушалят, да ведь все на тебя похожи, вот штука. А на самом деле даже смешно становится. Этакий какой-нибудь пышка, щенок эдакий, уж на тебя похож. Как не смешно. Так, едем. Пожалуй, едем. Эй, Степан. Давай барину одеваться. Ой,
Давай ему шнель и шляпу, живо!